Welcome to me. Ничего себе, сколько машин тут стоит. Всем надо налево. Самый час пик. А уже не такой уж и самый. 7:30. Ну, по идее, должны все разъехаться. Прибыли. Не знаю, правильно, неправильно, нефтяную столицу России. Год назад тут ехал зимой, ночью, в снег, ничего видно не было. Тут сейчас автосалоны. Ну, я помню, что здесь вот этот с правой стороны район строился, сейчас он продолжает. Ну, дома уже построили новые. Что расстраивается город. Да, с левой стороны он точно красивый такой райончик, симпатичный. Дома такие блестящие. Отгородили даже этой шумопоглощающим забором. Висим, наверное, где-то на московском. Ну, вон тоже, видишь, куча домов строится. Ну, это новые вот. Да. А эти вот мне понравились. Вот, они прям разноцветные. Да, симпатичные. Поглядывать, чтобы кто-нибудь симпатично под колеса не залез. Да, здесь такое интересное, так вот задумка такая. Ярко так все, красиво. Живо так. Светло. Прямо вот дома такие интересные. Раскраской. Походу упираемся во что-то. На даче разъезжаются. Рано же сегодня разъезжаться, сегодня четверг еще. Завтра пятница. Ой. Тут надолго. Походу. Хотя нам тут сколько тут нам? А нет, это еще 1,2, это до чего? Это непонятно до чего. Придется немножко потолкаться, что сделаешь. О, наши мурзики, автобусы бегают. Огонь. Ну что-то толкаемся, чего толкаемся, непонятно. Самоизоляцию отменили, может, сегодня. Решил народ, лишь бы ехать, неважно куда. Время такое уже ж, правда. 8 вечера, уже надо дома быть. Все куда-то едут. Ну а мы толкаемся, что делать-то. We'll be right back.
Конец.
что-то немного на продажу. Ну, я в прошлый раз приезжал тоже. Ну, так же стояло. Жишка стояла и этот... Ворота это куда? Вот сюда попрямую? Ну, вот, вот паркер. Все, вставай здесь. Тут заезжать сюда. А от блю заливают вот в последнем боксе. Так может сразу подъезжать? Так или надо пойдем? Пойти к мастеру сходить сначала. Да. Ну ладно, пойдем сходим. GoPro, стоп, видео. Ну, сказали заезжать. Сразу развернуться. Получается, у нас с правой стороны бачок наш в предпоследние ворота. Да, как-то с техникой тут скудноватенько. Совсем скудноватенько с новой. Пойдем заправлять. Ну все, с полным бачком матовой жидкости, даже еще 10 литров в запасе. Обратно в Тюмень возвращаемся. До места отсюда 110 километров, до первой выгрузки от Туринской Слободы. Ну не, не 110, это там до заправки. Там перед ней на заправке будем пробовать становиться. Что тут что-то я не понимаю, где тут нужно было стать. Нет стоянок. Только Volvo Center. Volvo Center. Может, раньше была стоянка, не, сейчас не, нет. Может. Снова зной Тюменский пост. Ограничение скорости 30 км в час. Тормозишь на весах? Пробило? Чтобы весело было. Пробило, что ты хочешь на контрольные съездить, да? Пообщаться, что скучно. Ну да, я тебя высажу, ты иди общайся. Я тут уже свое время наобщался. Вот туда вот правее, помню, загнали и все, тут бегали. Минут 30, наверное, мы тут разговоры разговаривали. Возвращаемся, да, к объездной, сейчас потом там правее, уйдем немножко в сторону, как на Сургут, а там уже и на наш Туринск свернем. Давай, Мозаик. О, Урзик опять. Продолжаем экскурсию по объездной Тюмени. Знаешь, Мурзик, смотри, тут Мурзик идут в почете, я смотрю. Мурзики в почете. Ограничение скорости 60 км в час. Да? Ну как-то вот вдоль вот этой вот трассы вот все новое. Такое вот, как новые районы какие-то, походу. Или это так дома все отделали, и это действительно тут все новое построили. Здесь вот все новенькое, да? Так все чин-чинарем так. Новый район. Симпатично выглядит. И дальше вот Тюмень расстраивается еще.
вертолета. Что с вертолетом? Что за кладбище такое? Ух ты, точно. Да. Сколько вертолетов, ничего себе. Тут, наверное, взлетка какая-то. Аэродром какой-то. Да. Ничего себе, их там сколько, никак столько много не видел. Там самолетики маленькие стоят, видать, для них взлетопосадочные. Да. Аэроклуб какой-то, наверное. Может быть. Столько вертолетов в одном месте я ни разу не видел. Класс. И не только вертолеты, там, да, и самолетики стоят какие-то. Наверное, какой-то. Там и Ми-8, и Ми-6 стоят. Ничего себе. Может, музей какой? Может быть. Так, что нам осталось? 2 километра по объездной. Раньше, помню, ее не было, через город приходилось тут ехать. О. Строилась она, когда только начинали строить, я тут ездил. Давно это было. Уже и штау нету, куда делось? Чего толкались-то? Час позже, о, на Карков. Ё-моё, тут, блин, язык мой, враг мой, ну. Что за человек? А, тут светофор просто. Так, сейчас мы уже будем где-то уходить скоро. По ходу дела. Да, вот мы на Ирбит уходим. Извините, девушка. Да, уходим на Ирбит. Ездил этой дорогой пару раз в верхний Синячих угрузиться. Но, если честно, я вот уже не вспомню, насколько она качественная. Ну, давно это тоже было. Сейчас посмотрим. Ирбит 182, нам 100. Ирбит это уже... Свердловская область получается. И мы же в Свердловск уже, да, выгружаемся? Да, мы же едем. Да. Через 100 метров держитесь правее. Поедем, прокатимся немножко в сторону от центральной трассы, посмотрим, как тут. Ну, тогда, по-моему, тут впечатлений никаких плохих не осталось. Вроде бы была хорошая дорога. Будем посмотреть на это дело. Как оно там будет выглядеть 1, дальше. 5,8 километра. А вот там аэропорт Рощино, Тюменский. 1, вон он. 82 километра. Ты неожиданно так не ожидал, что здесь окажусь возле аэропорта. Самому-то ему, конечно, мы не подъедем. Но вон он там за кустиками виднеется. Действующие? Ну, конечно. Здесь. Чего-нибудь не действующее, естественно. Ну все, покатили мы куда-то вдаль. Навстречу солнцу. Да. Запад, 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 строго на запад. А, вон и самолеты стоят. Ждут клиентов.
сколько я тут пару раз ездил, даже не знал, что здесь аэропорт. Но как бы так сильно не интересовался по сторонам. Обычно всегда по ночам. Вот и еще один аэропорт повидали. Рощина. Будем знать теперь, где он. Удаляемся мы тут постепенно от цивилизации. Лес кругом. А мы ездим опять. Другой лес совсем. Комарики летают, все дела. Что такой уральский. Слышь, наверное, где-то скоро и граница должна быть. Сибири с Уралом. Новое оно.
третий грузовик на всем. И то только одна фура была, и вот вторая одиночка идет. Больше тут никого не ездит. Залила. Места глухие. Знак 40 висит. Родина Лушникова. Уезд Лушников. Проблема.
Хорошо. Ну так и делаем. Он такой какой-то, что я не понял, бесконтактный, что ли? Или оператор там в той будочке сидит? Не знаю. Может быть. А утром поедем погружаться. Надо немножко уклон не туда, куда надо. Это мусорку не упереться сзади. И этот товарищ за нами приехал. Куда ты паркуешься? Тут будут Скания стоять. Не знаю, что этот товарищ от нас хочет. Может быть, и этот. Наверное, вот он, наверное, по... Ну вот как-то так. Не, он закрыт, Газпром. Это в этой будке нету никого. Нету? Он не круглосуточный получается. Ну, наверное, вон он бесконтактный, может, смотри, может... какие-то там он автоматы стоят. Да, он, наверное, скорее всего, еще и бесконтактный. Ну что? Вот здесь, под тени пения птичек, под гул автономки, потому что ночью будет холодно. Это уже прохладно. Ну, 11 градусов, и комары, главное, комары. Кстати, Туринский, он указатель тоже налево какой-то. Это, наверное, через поселок. Ё-моё, комарья сколько. Надо ховаться у бульбу. Там солнышко. Ну что, я думаю, перекантуемся. Но я думаю, должно быть все нормально. Тихо, спокойно. Место есть, никому не мешаем. 8 выгрузка. Кошмар, в глаза лезут. Сожрут. Там компьютер работает внутри. Да. Ну ладно. Ну, в общем, как-то так. Сейчас ужин. И на массу.